На проспекте Соборности ограничит движение. Движение транспорта по проспекту Соборности 14 и 15 сентября ограничит. Как сообщает на своей странице в Facebook Киев-Автодор, 14 и 15 сентября на проспекте Соборности будут проводиться работы по нанесению тонкослойного защитного покрытия «Мультимаг». Пресс-служба корпорации просит водителей учитывать эту информацию и приносит свои извинения за временные неудобства. По материалам сайта NewsGroco.